Кургане оперативники задержали двух молодых людей. Они устанавливали на банкоматы скинеры – специальные устройства, которые считывают информацию с магнитной ленты банковской карты. А также монтировали камеру, которая фиксировала пин-код. После того, как человек снимал деньги, мошенники переписывали информацию на белый пластик, копию банковской карты, и, используя пин-код, опустошали банковский счет. 10 апреля по улице Гоголя полицейские поймали мошенников на месте преступления. Сотрудниками полиции были задержаны подозреваемые в совершении мошенничества. Ими оказались 29-летний студент и 26-летний предприниматель. У подозреваемых были изъяты два травматических пистолета, банковские карты и мобильные телефоны. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 183 и статьи 30 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.